Сейчас поменяем уже. Ну, тут, похоже, кабель идет минимум четверка. Здравствуйте опять. О, здравствуйте. А я как раз смотрю, что там он кушать готовите. А. Как раз. Ага, я вообще ждал будет. Надо было. Я думала, вы позвоните. А я как-то внезапно, да? Мне трохи вчера электрики наругали, говорит, возьми, говорит, да. А возьми, не надо паять. Я думал, лучше будет пайка. Ну, как бы. Да я вот это думаю, вот, может сделать обычную пробку эту, розетку, да и так, все. Так вот, дело в том, что и розетки такой нету, нормальной, ну, по качеству, чтобы она смогла выдержать это все. Ну, вот это вот будет нормально, потому что я сам, ну, что вы тоже будет первый держать. Раз, наверное, ставите такое. Не, нет? Не, не первый раз. Ну, то есть надежно, нормально, да? Да, ну я ехал сюда, советовался, электрикам показал розетку и этот, ну, процентов 90 сказал, поставил этот кремник. Ну, будем надеяться. Так. Плита. Но у вас может быть такая ситуация, когда вы все включите, все верхние эти и духовку? Ну, в старой духовке, в старой плите, в принципе, там, не знаю, сейчас такие сабантуи особо не устраивают. Может, раз в жизни. Угу. Ну, то есть лучше не включать, да? Ну, тут еще дело в том, что у вас в сети там кабель, который идет от счетчика вверх на автомат. Он тоньше в три раза, чем этот, который здесь идет. Вот. Проблема в том, что там может выгореть, а чтобы там поменять, надо вызывать, это, ну, снимать пломбу и менять эти, провод этот. С ЖЭКа, да? Ну, я не знаю, кто тут. Энера или ну, что-то. А до квартиры нормально идет, да? А до квартиры там, по-моему, я так смотрю, или 4, или 6 квадратов. Ну, менял он, да, и мы покупали новый провод этот. Не помните, сколько отдавали за провод именно за метр? Чтобы я... Мы знаете, где брали вы там, в Чернигов кабеле? Угу. Не помните, да? Сколько метров стоило? Ну, там просто я могу сказать хотя бы по цене. Вы скажете... Ну, где-то по 100 гривен. За метр, да? Угу. А, ну, что-то должно быть... Это минимум четверка или... Ну, да, наверное, 4 квадрата. Четверка, по-моему, да. Так он мне и сюда советовал 3-4. 3 на 4. И сюда тоже, да, четверку он тянул? Вот этот кусок, ну да, вот. Похоже на четверку тоже. А, подождите, я же не выключила. Я выключил. А, здрасте. У нас нож же они. Короче, это мне сказали электрики, надо было не паять, а просто пообжимать наконечниками провод. А паять здесь могли быть проблемы? Ну да. Сказали, бомбы замедленного действия, так я тоже перепугался, думаю, надо переехать, переделать. Я думал, наоборот, пайка будет лучше, но... А мне говорят, нет. Получается, не всегда. То, что хорошо, хорошо. Да. Нет, то, что очень хорошо. Лучше переделать, чем потом.
ничего не видел. А вот это что такое лежит? Не такие. Не такие, а другие, значит, ты ж бросал их. Ну давай не такие. Только что это в лифте ехал с девочкой. Доставка сельпо. Да, сейчас же сельпо делает. На скутерах не такие. Ну, ездит в таком, да, на электроскутере. И бесплатно, да? От 250 гривен доставка за 1 гривну. И оплата, как хочешь, терминалом или терминалом. Так шла в экипировке, даже не снимала шлем. Mm-hmm. Ну, видно, долго снимать на коленники, на охотники. Mm-hmm. И такой скутер там стоит. Прикольно так. Мне понравилось. Так, а скутер обычный? Так, скутер? Ну, он такой, я так понял, это фирменный. Mm-hmm. Сельфовский, я не знаю, там какой он такой. Ну, типа, как у того, с такими толстыми шинами. Он больше не на скутер похож, а на... Типа самоката? Ну, типа самоката, да. Самокат только сидящий, такого плана, да. Mm-hmm. Как он называется, не знаю. Да, прикольно. Да, сейчас и АТБ на раз делает тоже, потому что конкуренция сети, какая большая. Все крупные сети конкурируют конкуренцию друг другу. Ну что, по лету так нормально. С начала мая по конец сентября можно спокойно гонять, 5 месяцев. Да. Там это дальше что-то такое. Так обжимать. Типа того. Один есть. Thank you.
Так, заматывать не буду, потому что надо быть на виду все время. Будет видно, если что. Если что, не дай бог, что. Вот. Через тумбочку видно эту. Так, теперь тут. Вклада получается, значит. Thank you.
Володь, я дам ваш телефон моим детям, угу. Потому что мы уезжаем, мало ли что. Ну да. Хорошо. Вот этот. Ну вот видите, вот этот кабелек, который ага. такой, видно, ну, по сравнению с этим, если это 4 квадрата, ага, это 2,5, ну, да, и он алюминиевый. Ну, поэтому он вот этот вот счетчик сюда мне вывел, вот этот электрик. Угу. И, вот сюда нормально идет провод, а угу. сюда же он такое. Ну, как всегда бывает. Все делали. Но это же не только у нас, а везде такое, угу. да? Ну да, угу. то есть надо просто вызывать этих, снимать там пробу. Угу. И, скорее всего, там еще до этого. А где ваш счетчик получается? Вот этот. Этот? Или вот этот. Какая у вас квартира? 54. А, вот он. И вот, видите, у вас тут даже греет он. Вот. Аж такое. Так, это на этот счетчик. А, ну, как-то у нас вообще там напрямую было. Вот тут он, скрутка такая. Угу. А надо вот этот кабель вот со счетчика снять пломбу, ну, угу. позвонить, чтобы они приехали, сняли, и поменять вот этого от счетчика туда угу. сразу. Это надо ихнее разрешение, а угу. потом можно и менять вам, да? Да, то надо приехать туда к ним, на кого квартира, угу. написать заявление на перепломбировку. Угу. Приедет мастер, снимет пломбу, потом я поменяю провод. Он приедет назад и поставит ее. Ну, только так. Угу. А вот это вот, что оно тут красное, это все нормально? Ну, в принципе, нет, это просто такое, оно потемнело со временем, угу. покраснело. Ну, все равно, наверное, надо, чтобы полностью всю ну, да. плиту не включать, да? Угу. Ну, видите, какой тоненький. Угу. Его поменять будет. А провод у вас будет или нам угу. будет купить? Да, возьму, возьму. Угу. Тому надо... пару метров сюда. Это может, быстро делается вообще? Ну да. Потому что я еще 2 недели дома буду, да, может, мы угу. сделаем действительно это все. Угу. Вот видите, отсюда идет он, получается. Так, оно делано. Он сначала идет на рубильник на этот. А у нас на рубильник не идет, по-моему, да? Или... мы сейчас посмотрим по проводу. Что у нас там мудрили, что у нас напрямую без рубильника. Так. Вот провод идет ваш, вот он сюда заходит идет, на да. рубильник, а вот с рубильника второй провод идет, скорее всего, на вот этот, похоже на эту фазу. И тут он уже страшный такой, смотрите, он черный. Видите, вот с этой стороны идет. Это все с нашего рубильника. Угу. Ну, получается, да, она заходит, ну, грубо говоря, с подвала поднимается угу. и заходит, вот, пошла дальше на другие счетчики вверху, угу, на нижние угу. счетчики. А это идет через ваш, через этот рубильник, который уже выгорел, угу. на счетчик, а потом со счетчика на автомат. Короче, надо, давайте, наверное... Потому что если они включат всю плиту, и она там-то будет держать, и здесь будет автомат этот держать. Нагрузку, а провода могут погореть. Здесь на скрутке, в первую очередь, и вот здесь вот. Тут оно такое критическое. В общем, мне надо пойти тогда в ЖЭК, сказать, угу. что мы хотим поменять провода. Ну, там, по-моему, было был энерго. Угу. Алло. Да, здравствуйте. Тут я вам... Ну да, можно. Давайте я вам минут через 5 перезвоню, сейчас как раз с клиентом разговариваю. Это, ну да, это не в ЖЭК, это вот ихняя пломба облэнерговская. А, так даже в облэнерго? В Энеру ехать, вот, на пяти углах. Угу. И туда писать. А, у меня девочка знакомая, может, она что-то порешает. Ну, вы сфотографируете, если надо, есть у девочки, есть. Это и вайбер, она пользуется. Да. Сфоткайте пломбу, скажите, ваша или не ваша, кому звоните. Угу. Можете сейчас сфоткать, пусть у вас будет это. Или адрес назовите, может, она посмотрит. Угу. Скорее всего, то в НРА просто им звонить туда надо, чтобы они пломбировку снимали.